Всем добрый день. Сегодня у меня будет распаковочка посылочки. В нее у меня УШМ фирмы Хаммердингер. Это такая же, как у меня гайковер. Специально я заказывал с этого же магазина под этот же аккумулятор, но аккумулятор без аккумулятора заказывал. Кстати, заказывал с России, пришла очень быстро. На почте показывает, на почте России сайте, что за 8 дней доставили, что ли, но это очень быстро. Коробочка хорошая, уплотнитель, книжечка. Кстати, в России продается, а российского языка нету. Ну, ничего страшного. Так, сама болгарочка. Почему заказывал без аккумулятора? Потому что в российском складе 6-амперного аккумулятора не было. Ну, 6-амперный у меня есть свой. И я заказал 6-амперный аккумулятор с этого, с Китая. Но Китай мне не отправил, потому что у них в связи с какими-то там пандемией не могут отправить. Сказали ждать на российском складе, когда будет. Ну ладно, пока попользуюсь тем аккумулятором, который у меня есть. Тут у нас есть переключение скоростей и фонарик. О, кстати, еще светанул что-то. Так, здесь у нас какие-то пластиковые вставочки стоят. Здесь. Гайка крутится. Я себе заказал 122 под диски стандартные. А размер диска 125 мм. Также я себе притащил аккумулятор сюда. Снял его с шуруповерта, с гайковерта со своего. Но аккумулятор я потом дозакажу все-таки. Все работает, подсветочка светит. Так, это мы сейчас отдельно посмотрим, что у нас здесь есть еще. Здесь у нас ключик, упакованный в купурочку. Ключик, кстати, добротный, толстый, 4 миллиметра, наверное, 3 точно, больше даже 4, наверное. Такой хороший, весистый. Чуть позже все взвесим. Так, кожух для болгарки. Кстати, добротно сделанный. Проваренный весь, видать, точечный. Точек не видно, но приварено 100%. Болтик. И ручка. Сейчас принесу весы, и мы все это... Я принес весы. Они пишут, что болгарка весит 2150 грамм. А так 1314. Сейчас попробуем с аккумулятором. Но аккумулятор, они пишут, что должен быть 4-амперный. 2165. Ну не обманули. Хотя, как написано в инструкции, 18 вольт, бесщеточный мотор, без нагрузки у нас получается 8000 оборотов, 4 ампера, менее или равно. Звук издаваемый 76 без нагрузки децибел, максимальный момент 1,2 ньютона, не знаю, что это. Две позиции скорости, 3,4 миллиампера, то есть они предлагают батарейки, 6-амперной не было, потому что они предлагают, что это... УШМ должна работать с батарейкой либо 3, либо 4 миллиампера. Но я себе закажу все равно потом отдельно 6-амперную еще одну. Ничего страшного в этом нету. Реверса здесь стопа нету. 350 часов работы. 2150 грамм. Ну, в принципе, все совпадает. Единственное, что нет русского языка. Итак, включаем. Теперь у нас... Фонарик не горит. Переключение скорости. Я думаю, оборотов у нее не хватает, потому что бесщеточный мотор. Но выполнено добротно. Все литье здесь хорошо сделано. Потом я ее разберу, посмотрю смазочку в ней. Стопор работает. Гайка затянулась, этот момент я упустил. Ну, не сильно.
кстати, как ключик подходит у нас. Ключик подходит идеально, немножко болтается, но ничего страшного в этом нету. В гараже я полевые испытания продолжу. Ручка у нас не прямо вкручивается, как на многих болгарках, а немножко под углом. Резьба есть хорошая. Пойду в гараже, сейчас проверю ее сразу же. Как раз для следующего видео кое-что попилю. Я тут рассмотрел ручечку, с одной стороны облой я уже почистил на ней, а на второй еще есть. Я взял вот так вот ножичек и подрезал его просто. Это потом дорежу. Болгарку я уже собрал, аккумулятор поставил, ручку прикручивать не буду, она мне не нужна. Сейчас будем пробовать вот на этой железочке. Эта железочка у меня будет... Это вставляться вот в это, чтобы диаметр этот лишний убрать. Я их сейчас пропилю. Заодно попробую новую болгарочку. Итак, на ней одна скорость, две скорости и подсветочка. По оборотам она практически не проседает, пилит хорошо и быстро. Сейчас попробую еще на медленной скорости попилить. Пилить, но лучше на большой. На этом она не стоит, на батарейке, даже на 6 амперной. Но лежа держится. Очень удобная штучка. Мне она вполне, в принципе, нравится. Удобно, сбалансированная, так как перегнута. Сюда здесь батарейка тянет, здесь мотор. Удобная, кстати, штучка. Мне очень понравилась. Не буду врать, за сколько брал, за 2800, что ли, без батарейки. Батарейку отдельно с Алиэкспресс потом закажу, когда у них пандемия спадет. Либо на складе в России появится. На этом мой обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.